идет ряд статуса. И 15-й большой аркан. Идет загашник. Эти карты я учитываю, потому что они дают весьма важную информацию. Поэтому учитывать их надо. И вот расклад «Судьба для людей знака Водолей» на 2022 год сложился. Верхний ряд – это ряд судьбы, средний ряд – личностный ряд, и нижний ряд – это ряд статуса, статусный ряд. Эти две карты – загашник. Лично я их учитываю в толковании. И расклад уже готов для людей знака Водолея на 2022 год. На этом данный видеоролик завершается. Толкование будет в следующем видеоролике. На этом до свидания.